игры в чемпионате России, 19 побед, 3 поражения и 57 очков. Второе место по итогам регулярки у дебютанта соревнований. В финале плей-офф главного волейбольного турнира России встречаются победитель прошлого года «Динамо Москва» и молодой клуб из Калининградской области «Локомотив». Решение о создании в Калининграде женского локомотива, дочернего проекта локомотива из Новосибирска, приняли еще весной прошлого года. Президиум Всероссийской Федерации Волейбола сразу включил клуб в Суперлигу сезона 18-19. Главным тренером назначили бывшего наставника мужской сборной Андрея Воронкова. Мы стараемся взять общей игрой. Есть у нас лидеры, которые завершают. Но в общем и целом команда у нас выигрывает и смотрится великолепно тогда, когда играют все. И плюс поддержка еще наших, тех, кто вынужден стоять на замене. Вот. Ну и, соответственно, сумасшедшая поддержка зала. В составе «Локомотива» играют такие титулованные волейболистки, как Валерия Сафонова, Юлия Подскальная, Татьяна Щукина, Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова-Караваева, Екатерина Орлова. Многие из них играли и играют в сборной России. Посмотреть на матчи девчонок ходит без преувеличения весь город. Заполняемость трибун на домашних играх около 80%. Это около 5000 болельщиков. На первый взгляд, мужской и женский волейбол абсолютно похожи. Число игроков, позиции, тот же мяч. Но есть детали, которые делают женский волейбол намного динамичнее. Сетка расположена на высоте 2 метров от 24 сантиметров. Это на 19 сантиметров ниже, чем в мужском волейболе. За счет этого мяч при подаче летит чуть ниже и может развивать скорость около 100 км в час. Всего в женском волейбольном клубе 14 человек. Во время игры на поле выходят 6, остальные 8 – запасные. Капитан Лока Екатерина Орлова родилась в Калининграде. Более 20 лет занимается волейболом. Играла в Москве, Белгороде, Омске и швейцарском Цюрихе. И вот год назад вернулась в родной город. Тренируются спортсменки в первоклассном дворце спорта «Янтарный». У нас, могу сказать, что это самая лучшая арена, где приходилось играть. Может быть, где-то в Европе еще есть похожие, но в России это самый лучший зал. И команды, которые приезжали к нам играть, отмечают все это. Также у нас самые лучшие болельщики. У нас на каждую игру собирается до 5000 зрителей. То есть атмосфера просто уникальна. Нас поддерживают в любой ситуации. Проигрываем, мы выигрываем. И от первого до последнего мяча. То есть калининградцам волейбол близок? Да, калининградцам волейбол зашел. Спорт высоких достижений – это не только зрелище для болельщиков, это еще и пример. Так, на базе волейбольного клуба «Локомотив» созданы две команды из работников Калининградской железной дороги. Женская на сегодня в лидерах по области, мужчины входят в семерку. За созданием такого профессионального клуба «Локомотив» мы пропагандируем здоровый образ жизни для работников Калининградской железной дороги и тем самым повышаем производительность труда и вовлеченность в здоровый образ жизни. В начале сезона перед дебютантами чемпионата России по волейболу среди женщин поставили самые амбициозные задачи – минимум призовые места и выход в Еврокубки. И сегодня можно смело говорить – девчонки справились. В следующем сезоне нас ждут матчи Лиги чемпионов с участием железнодорожниц. Юрий Костин, Андрей Шишков, РЖД ТВ, Калининград.